Руководство Сергиево-Посадского окружного отделения партии «Единая Россия» встретилось с однопартийцами Донбасса. Заместитель секретаря регионального отделения партии в ДНР Алексей Муратов приехал в образовательный центр в Топоркове, чтобы навестить проживающих здесь школьников из Луганска и Донецка. В ходе встречи участники обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом. В 2014 году мы объединились в общественное движение «Донецкая республика», потому что нам не власть нужна была, она у нас была. Мы объединились в одну общественную организацию для того, чтобы сообща вместе решать те проблемы, с которыми мы столкнулись. Благодаря тому, что мы были одной сплоченной командой главы республики за эти 9 лет, мы прошли огромный путь и добились своего. Донбасс сегодня часть России. У нас действительно большая и сильная команда. Сегодня в рядах общественного движения более 250 тысяч активистов. И сегодня уже в составе России мы перестраиваемся уже на рельсы партийной Российской Федерации, вливаемся в ряды основной общественно-политической силы партии «Единая Россия». Уже более 96 тысяч наших активистов написали заявление о вступлении в партию «Единая Россия». Как отметили на встрече, обмен управленческими наработками поможет муниципалитетам эффективнее выстраивать внутреннюю административную работу. Донецкие гости со своей стороны готовы делиться бесценным опытом работы в сложнейших условиях военного конфликта. У нас за многие годы, за 9 лет существования очень мало уделялось внимания это жилищно-коммунальному хозяйству, это социальным нашим объектам, нашим школам, детским садикам. Сейчас на данный момент мы эти задачи решаем успешно с шеф-регионом, это у нас шеф-регион Амурская область, поэтому такая программа ведется по всей республике. Плодотворно идет восстановление социальных объектов, идет восстановление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Естественно, это транспортные развязки, дороги. Секретарь Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова и руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Сергей Денисов обменялись контактами с гостями и договорились о дальнейшем развитии внутрипартийного взаимодействия. «Молодая гвардия» Московской области, в том числе наше местное отделение, с самого начала была организована волонтерская работа на территории Донецкой и Луганской Народной Республики, в том числе наши активисты также принимали участие в этих волонтерских миссиях. Сейчас стартует открытие лагеря, будет в городе Мариуполь, летнего лагеря. Также в задачи будет активистов входить абсолютно большой фронт работ. Это разбор завалов, это работа с детьми, помощь в больницах. То есть объем работ колоссальный, и наши ребята также собираются принять участие в данном летнем лагере. Участники также подчеркнули важность работы партийных и добровольческих волонтерских организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса. Михаил Зуйков, Сергей Кошакин, программа «События».